Всем привет! Российская фигуристка Евгения Медведева проиграла на турнире серии Challenger Autumn Classic International в Канаде, упав на выступление в произвольной программе. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряная призерка Олимпиады в Кичхане утратила лидерство на турнире и оказалась второй. Она совершила ошибку, когда исполняла тройной Ридбергер и упала. После короткой программы российская фигуристка занимала первое место, опережая американку Брэди Теннелл и француженку Майя Перенис Мэйти. На Autumn Classic Медведева была единственной представительницей России. По окончании соревнования россиянка набрала в сумме 204,89 балла. Первое место заняла Теннелл с 206,41 балла, а тройку лидера заткнула Мэйти с 178,89 баллов. Медведева после окончания олимпийского сезона покинула группу «Этерик Тбилиси» и переехала в Торонто, где начала работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.